Погнали. Надеюсь, меня не убьет. Блин, нейтральные. Фу, напугали. Так, на свет вырубить. Кстати, кто смотрит серию, напомните, КПК какие-то, по-моему, можно не продавать, а кому-то отдать и что-то за это получить. Вот я не помню, какие и кому. Это вроде как важно. Поэтому, если что, сказывайте. Так, 200 ребята. Шел бы ты отсюда. Здесь наш лагерь. Ничего рискать по территории. Мои парни и так нервные с голодухи. Говорят, здесь могут быть инструменты. Хрен его знает. Вот только лучше бы ты тут не мелькал, и без тебя дел не в прорву. Даже за жратвой сгонять некому. Я могу пронести еды. Да ну, ладно, неси. Консервов, колбаски, хлебушка. Штук так 6 в итоге. Ну, держи. Мне там, по-моему, дофига. А, консервы отдал? Блин, что, серьезно? Ладно. Блин, за консервой. А вы кто вообще такие? Тесак, наемник. Говорят, здесь могут быть инструменты. Хрен узнает. Есть охота. Копайся в здешнем хламе, может, найдешь. Окей. Осталось узнать, где. Инструменты. Инструменты, инструменты. Надеюсь, мне не убьет пока еще. Мало ли. Инструмент. О, течка, патроны. Эти. Эти. Забрать. Забрать. Забрать все. Как мне забрать все? Я не вижу. Что там внутри? Может, через заднее сиденье? И я кушать захотел. Конечно, отдал 6 тушенок, я захотел покушать. Блин. Серьезно? Какие-то заберу. Я же не вижу как. Ну блин, как-нибудь пролезь вниз и забери. Там столько вкусного. И 10 клавиш жму. Короче, я не знаю, как это забрать. Да, да. Это факт. Тайничок, но, блин, хрен заберешь. Хрен с вами, ребята. Не буду забирать. Так, это тоже за зоной. Наверх я явно не залезу, да? Не залезу. И окей. А тут наверх? Тот же чувак залез? Залез. Значит, я как-то могу. Мужики, где у вас тут инструменты? Может, подскажите? Ну, мужики, чё вы такие? Может, тут? Инструменты? Кирпичи нашел. Кирпичи мне... Где-то блоки. Может, за домиком? Хоп. Ничего нет. Хоп. Ничего нет. Ну и... Ладно. А, вот он как залез. Блин. Фиг с тобой. Хотя, если здесь не найдут, полезу наверх. Потому что я не знаю, где тут могут быть инструменты. Но они тут явно есть. Я же, чё, просто так отдал 6 тушенки, а вот как он залез. Вот как ты залез, говнюк. Блин. Может, ящики? Дрон, мужики? Ты пушку-то спрячь. Я понял. Все, не буду ваш ящик убивать. А, во. Оп. Ха-ха-ха. Нашел. Вроде как. А, что-то, может, еще что-то есть? Нету. Ну, ясно. Ладно, всем спасибо, всем пока. Кушайте вашу тушенку. Вроде там и не отравлял. Так что все нормально. Всем пока, ребята. Только не убивайте меня. Блин, время уже опять к вечеру. Надеюсь, я успею до темноты сгонять еще в два места. Там какой-то скат проверить. Не помню какой. Не вот этот. Вот этот. Скат 2. Все. Ушел. Все. Не убивайте. Главное. Погнали. До скат 2 вон где-то там должен быть. Перевес, блин. Может, что-то еще скинуть?
Блин, не, ну, я только зелененькое вот это скину. Вот эти ДПшки бы оставить. И вот эту. А пистолет нафиг. Нафиг. Блин, вот этот тоже почти новый, блин. Вот эту выкинем. Вот этот, наверное, тоже выкинем. Ой. Вы что там? Ребят, здесь не меня. Опа, синхрончик. Нет, не синхрончик, радиация. Ого, а это и есть сама электростанция. Скорее всего. Да, так и есть. И где-то тут упал вертолет. Здесь тут никто не живет. А вон вертолет. Здрасте. Кто-нибудь дома? Что-то никого не вижу. Меня никто не убьет. Вроде нет. Стоп, я что-то видел. Что-то мигало. Вон она. Скотина. Стой! Стоять! А, ну... Бьет в ответ. Да блин. Ты назад поедешь? Поедет. А, убегает, да? Блин, я не умираю там, нет? Умрешь ты? Блин, целая бомба в тебя спустил. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, я понял. Близко не подходить. Я понял. Убью тебя издалека. Да блин, я не помню, куда тебя стрелять еще. Выше, ниже. О, вроде убил. Ну и хорошо. О, радиейшн-то откуда? Там еще трупчок лежит. Что это было? О! Артефакты? Не, ну здесь без болтов не обойтись. Погнали. Так, сохранимся. Конечно, радиейшн просто... А-а-а. Ай-яй-яй. Блин. Куда ты прыгаешь? Факт. Вот он. Еще один. Сохранимся. Так, так. Так, вроде нормально. Факт. Во. Так, главное теперь выйти. 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 Вроде нормально. Фух. Так, что мы-то подобрали? Оп, что-то классненькое, да? Что это такое? Электрозащита. А вот это что такое? Восстановление сил? Блин, вот это бы канал с восстановлением. Но мне надо еще слот. А у меня инструменты исчез. Мы инструменты притащим, делаем все слот и восстановление сил еще сделаем. Ха-ха-ха. Будет круто. Так, а что у нас тут еще есть? Туда я дальше, думаю, не стоит идти. Ты открываешься? А ты пустой. О, это что, труп военного? Что, ящиков вообще тут ничего нет? А, я думаю, ящики разбросаны, потому что тут полтергейст, чтобы он у нас кидался. Так, а что у нас тут? Короче, здесь ящики вообще лутать смысла нет. Ты какой-то домик. Так, здрасте. Кто-то дома есть? Что вниз? О. Воу-воу. Воу. Тайничок. Что нашел? Черный ястреб. О, офигеть. Не, ну пистолет не особо здесь люблю. Продадим. Нормально. Ну что, внизу? Ключ.
от запасного входа обслуживающего по этажу. А у нас тут обслуживающий по этажу есть? О, тут бункер. А тут есть что-нибудь? Нету. И он закрыт, да? Блокирована. Видимо, карта доступа, ясно. Карты у меня нет. Кто бы мне ее дал? Может, военных? Кто их знает? Вдруг у них. Военные, у вас карты доступа нет случайно? Три трупа. Здрасте. Я вот так сделаю. Отдайте мне. О, молодец. Денег. Я не трогаем вертолет. Ну его нафиг. О! О! Денег. Разрядить. Пистолет нафиг. Разрядить, ну блин, я бы тебя оставил. Ладно. Нафиг, нафиг, нафиг. Там, по-моему, еще что-то тащить надо будет. Так и третий. Дружок. А, у тебя ПМ обычный. Еще и говнистый. Забираем назад. Так, сохранились. Потыкаем вертолет. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Еще пометки? Больше пометок. Карта местности, найти заинтересованных. То есть мне надо найти каких-то заинтересованных? Так, и мне осталось два ската. Два места эвакуации обыскать, окей. Так, сорока. Павшего охотника, вот этот квест. Инструмент я нашел. Наемников сделал. Это вообще в другую локацию. Вот это вот куда? Непонятно. Так, мне вот это. Найти пропавшего охотника. Блин, никто не появился, ладно. Блин, уже вечереет, пора валить. По дороге попытаемся сейчас зайти, найти охотника. Надеюсь. Что найдем. И можно на Скадовск. Все продавать. Блин, там, по-моему, артефакты. Ну там. Может и нет. Это что такое? А, это вышка. Окей. Ну, вышка так вышка. Собачки, не убивайте меня, пожалуйста. Я хороший, добрый сталкер. Я вас не убиваю, и вы меня не убиваете. А свет выключу. По-моему, не туда куда пошел, но смотреть хочу, что тут есть. А ничего тут особого и нет. Тихо. 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 Тихо, я сказал. Не кушать сталкера. Не кушать сталкера. Не кушать. Не вкусный. Сказал, я невкусный. По-моему, здесь кто-то должен валяться, какой-то труп. Только не помню где, и по-моему, этот... По заданию найти баржу и шутника. Вот я только не уверен, где это труп. Может дальше? У вас тут трупов не валяется? О, это что такое? Это что такое? Это камень. Я-то думал.
А я-то думал, это что-то интересное, это камень какой-то обычный. Фигня. Чё, трупов нет никаких? По-моему, уже далеко зашел. По-моему, мне немножко вот туда. А может, он где-то вот туда? А трупы вообще обозначаются, я не помню. Тут этого я не помню, по-моему, труп вообще на карте не показывается. А так искать его особо... О, что это за место? Смысла нет. Вернее, есть, но это будет очень долго. Потому что я его не вижу. Конечно, офигеть. Аномалия. Сейчас пойдем посмотрим как раз. Что там? Ну, труп тоже на ходу найти. По-моему, где-то здесь. Нет? Тут трупов нет? У нас нету трупов, да. Тут вообще никого нет. Это вот идея. И я не вижу никаких трупов. Или я просто слепой. Может, где-то там? Если там сейчас не найдем, то пойдем уже посмотрим, что за аномалия. Какая-то там, по-моему, химическая. И пойдем домой. По пути там квест сделаем. Чё-то нет никого. Нету трупов. Ну и... Ладно. Хотя, может, и есть. Может, и не здесь. Может, вообще какую-то фигню несу. А вот он. Оп. Чего газ? Уверен, что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него люк. Можно забраться. А вот, капка шутника. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с карданом и баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать. Вот. Вот я не помню, как на него метку дают. Ну, по-моему, ты его сам должен искать. А как я наверх залезу? Вы что, издеваетесь? А там есть артефакт? Там есть артефакт. Ну, ладно. Потихоньку. Помаленьку. Главное, не упасть. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Где он? В той стороне? Не в этой? Тут я поднимусь? Нет! Не падать! Тут я не поднимусь. Жопа. И тут я не поднимусь. А вот тут... Блин, главное не упасть. Главное не упасть. Так. Вот там, да? Окей. Окей. Вот тут пройдем. Вот он. Колобок. Колобок, возьмись. Стоп, тут еще один есть? А где он? Внизу? Или наверху. По-моему, еще один наверху. Что он пиликает, что он тут. Может, и внизу. Что он двигается. Вон, по-моему, мигает, это он. Эй, надо идти вниз. Так, я тут и... Спрыгнул! Чё я творю? Ненормальный. Артефакт дали мне? Чё за раз его спрыгивал? Чё за звуки стрёмные? Ещё один?
Идем. Идем. Классно. Классно. Я не могу двигаться. Я не могу двигаться. Ой, сажал аптечку и могу двигаться. Тут стреляет. Так, тут кого-то надо найти. Кого тут найти? Чё, никого не вижу тут. Только не говорите, что мне надо... Встретиться с глухарем. Блин, глухарь, да ты издеваешься, что ли? А, я не могу, у меня перевес. Чё я тут понабрал-то хоть? Колобок. Восстановление здоровья плюс 4. Это у нас остальное здоровье плюс, да, все, колобок, ты мой. Химзащита плюс 6, химзащита плюс 3. Ну ладно. Круто. Так, пойдем. Раз, позвали. В логово сходим. А, блин, ничего там брать не буду, у меня нету места. Блин, надо аптечки поменять. Так. И вот так, блин, конечно, хорошо, делаем вот так, где мне бинты, вот так. Песик, мимо, песик, песик, мимо, пробегаем, мимо. Ты его друг, да, чтобы меня покусать. У меня есть артефакт. Он меня будет должен хилить. Но он мне хреново хилит. Или хилит. Что-то хреново хилит. Где мое восстановление плюс 4, э? Ты чё? Так, это кто? Кто он меня сюда позвал? Вон. Ты меня не убьешь? Здесь. Но мутантов нету. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Кровосос? Ты серьезно? Блин, мне не хватит патронов. Кровососа. Так. Кровосос? Иди. Нету. Проверил. Звук слышал? Слышал. Ладно, ерунда. Ерунда? Ну ладно. Просто, ну да. Кровосос, ты там? Нет? Нет, так нет. Он на корточках быстрее меня ходит. Скотина. Кстати, в этом месте не был. Что, блин? Что-то есть. Где, прикрой где, меня, где? Ага. Прикрываю. Пытаюсь. По крайней мере. Но я ничего не вижу. Что-то есть, нет? Долго тебя прикрывать-то? Бля, мужик, ты что, уснул? Мужик. Ой, бежит. Сохранимся. Скотина! Погрыз меня. А, он опять идет. Смотри, куда стреляешь. Бля, извини. Мне грызет, а ты не можешь его пристрелить, потому что он невидимый. Я не тоже не могу, потому что я косой. Ты не вид, он невидимый, я косой. И, по-моему, когда он невидимый, по нему урон не проходит. Ты еще и двоих видел? Но ты охренел. Блин, я кровососа не полутаю. Ну, блин, трофейчик. Трофейчиков не дают. Скотины. Ставь меня, жди. Или убьем нафиг. Случайно, конечно. О, лифт. Бинь-бинь. Мне, пожалуйста, вниз. Нет? Куда опять убежал? Куда убежал? Алло. Ты опять по кругу пошел? Нет, вниз, что ли? На этот раз. Что-то не хочу второго убивать, у меня патронов нет. Лучше так сделаю. Осторожно, еще один! Где? Вижу.
Сохранимся. Вон он. Может, ты его постреляешь? Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Может, не надо? Подвал. Я чуть не хочу. А ты уверен, что надо? Подвал. Старого можно поудать? Блин. Да, темно же. Теперь разве что прыгать. Давай за мной. Ты боролся там. Куда ты вниз пошел? Там же их больше явно. Каман. Коленки не расшиб, нет? Нет. Ладно, пошли. Свой. Проверим помещение. Может, не будем? Что-то не прет. Че посол? Немножко. У меня патронов нет. О. Это причина, чтобы не ходить сюда. Трупы людей. Сколько люта! Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. Вольный сталкер. Дай мне все. Блин, вольный сталкер, блин, перевес. Так. Так. Че бы скинуть? Че бы скинуть? Пофиг, что там говоришь, я, мне неинтересно, я тут нашел кучу люта. Я не знаю, что скинуть. Тут фигню скину. Нет, не буду тебя кидать. Ты хорошая. Хлеба скину на так, тех хлеба. Данилы тут нет. Пошли отсюда. Какие я тут нашел? Блин, места нет. Моя да из практики. Гранаты. У меня сложилось, ага. Нафиг мне не нужны. Ты что там взламываешь? Ты что, упоролся? Хочу гранат. Не хочу гранат, мне таких дофига. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, вообще, пошли глянем. Может, не пойдем? Не надо, да? Я туда бы сходил. Назад, наверх, домой, в Скадовск. Смотри, какая странная фиговина, страшная и интересная. Вижу кровососов. Черт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. А может, гранату? Ты что, поролся? А как я обойду их, они же, я же их задену. Я же их задену. Блин. Серьезно. Это ж кровососы. Привет. Как спится? Приятных снов. У. Целое логово. Так ночь же, чё они спят-то? Ночью, наоборот, самый сезон. Побегать. К нам пошли. Надо же, прошли. Ну нифига себе, тихий час. Я ж офигел. Тут ничего нету. Энергетик. Оп. Я теперь. Ты куда свалил? Стой меня, жди. Выход. Прыгай! Че, поролся? Надо этим бороду озаботить. Кто-кто, а он докумекает, как с тварями разделаться можно. Там чё? Понятно? Можно сказать бороде? Окей. Блин, пока ночь, там, кстати, сходи в ту локацию. Это где? А, вертолёт? Так, вода. Данилу по результатам не нашли. Я понял, есть Дима. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Гранату туда и все. Че? Делов-то. Все, пока. Пошел на Скадовск. У меня же полный инвентарь всякого говна. Мне надо все скинуть, продать и прочее. И вообще тут темно. ПНВ как? А без фонарика. Блин, все равно ни хрена не видно. Хоть так, хоть так. Так что лучше с фонариком. Хоть вблизи что-то видно. По-моему, тут река, и мне надо обходить. А у меня всего 7 патронов на дробовике.
Чё за жопа? Да и не страшно тут. Нифига. Чё я мучаюсь? Я могу врубить перевес на 20 кило и тащиться домой. По лужам. Да иду. Ага, ясно. А тут ночью никто не обитает? В этой страшной локации. Ночью. Тигрики всякие вот где нарисованы. Вроде нет. Окей. Вроде кого не слышно, я там вроде что-то видел. Ну пофиг. Так, и куда по стрелочке идти? По стрелочке. Блин, ночью тут реально жесть. Кустики еще, блин, шуршат. Ты кто? Кто там? Сталкеры. Они нейтральны, слава богу. У меня есть граната. Не побоюсь ее использовать. Где тут, блин, Скадовский? Я его не вижу. Блин, он левее, по-моему. По-моему, сталкеры идут. Че ночью сталкеры делают? Охотятся на ночных мутантов? Наверное, такие есть. А? Ты что творишь? Нормальный. По мне не попади. Блин, лужа. Скадовский, я тебя вижу. Вроде бы. Дойти. Добежать. Доплюхаться. Как-нибудь. Пофиг, что по лужам. Ура, я пришел. Где тут можно зайти? Во. О, мужик, охраняешь? Я мирный, если что. Кучу всякой херни принес. Гранат опять? Ну, поролись. Все, я дома. Дома! Отлично. Ну, сейчас все раскидаем и пойдем вызывать квесты и продавать и тому прочее. Будет круто.